Итак, окей. Пока ждем Мстителей, пока ждем их обновления, играем в Spiritfarer. Ладно. Будем надеяться, что оно быстренько там скачается, все, все быстро, красиво сделается. Оп! Камера нормально все. Здорово, Дарамир. Человек сопля топ. Да, да. Мне тоже кажется, что топ. Кися, привет! Обнимемся с тобой. Итак, отправиться на виллу Маджора задание. Поставить на кухню новую духовку, чтобы улучшить ее. Отправиться в корпорацию Конечный Итог. И построить святилище Саммер. Так, а что нужно для того, чтобы улучшить кухню? Не, не ремонт, подожди, улучшить кухню. Нужна льняная ткань, 12 штук. Подожди, а допустим... Это я ремонт поставил, подожди. Душ, стол, рынок. Нет, не то, подожди, подожди, подожди. Где мы там лен делаем, здесь? Да, здесь. Короче, я хз, а что нужно, чтобы льняную ткань сделать? Мы же здесь делаем просто... Короче, мы здесь не ткань делаем же, правильно? Здесь у нас пшеница, что ли, растет? Че у нас там растет? Хз. Короче, не ясно. Ладно, может тогда на виллу Маджоры поедем просто. Где мы сейчас, в принципе? Ну, кстати, вот ящички, давай захватим их. Вот это что? Фрэнсис Бродячий Торговец. Ладно, он нам не нужен сейчас. Особо я просто думал, есть что продавать? Нет, вроде нету. Бар Кенхайм Крик. Мы, получается, там тоже не были еще. Не, мы были как раз. Были. Так, на Кварцевом Драконе тоже были. Здесь поля Гурену. А здесь карта заканчивается. Интересно. Ладно, мы приплыли. Смотри, здесь два места со светящимся дном. Хорошо. Медная руда. Семена и кленовое бревно даже. Лоу, красиво. Ну, давай, ныряй. Что сейчас читаю? Кто нашел, берет себе. Яркое жерелье, известное. Вот яркое жерелье как раз для того торговца норм будет на продажу. Я думаю, что кто нашел, берет себе, дочитаю, потом почитаю сразу следом, нарушу свой порядок и прочитаю сразу следом. Сдал. Потом буду читать. Так, вот он пост сдал. А потом буду читать вот эти две книжки. Нила Патрика Харриса. Волшебные неудачники. И, наверное, после Нила Патрика Харриса. Придет время наконец-то дочитывать Темную башню. А после того, как я дочитаю Темную башню. Там четыре книги еще дочитывать. Нужно будет. Ну и, возможно, Темную башню буду чередовать как раз с Сафоном.
Вот, и я бы хотел после этого всего начать, наконец, Аберкромби читать. Короче, хз, планов до хера, книжек тоже до хера, не знаю, я особо сейчас не читаю. Мой человек, не читающий человек. Поэтому он... куча всего может произойти. Итак, Вилла Маджоре. Мы сколько не путешествуем, мы до сих пор ни разу еще не... ни одного из духов не отправили в освоясь. Хотелось бы на самом деле не отправлять. Сейчас, допустим, если вот эта вот тетушка, или как ее там, ну вот эта олениха, захочет уйти, покинуть уже этот мир. Я бы хотел все-таки сначала улучшить ее хату, а потом уже отправлять. Да-да-да, первый закон тоже буду читать. Потом уже после. Я просил, Сашка начинал с Луцки читать. Я просил его дать свое, свое мнение по этому поводу. Но он читал как раз первый закон и балдеет от него, говорит, кайфово. Мстители будут, да. Слушай, Агуч, я... это же Мстители, говорит. Я запустил их, но они обновляться начали. Причем как-то, ну, типа, их там 200 метров обновиться. Но там что-то с серваками, видать, потому что... потому что вот. О, видишь, как они обновляются. Прям вообще никак. Поэтому решили пока поиграть в Spiritfarer. Да и во что-нибудь другое тогда, пока Мстителя нет. Печально, да. Так. Вилла Маджоре. Каждый раз, когда я вижу эту Виллу Маджоре, мне хочется на Виллу Монтериджоне отправиться. Приплыли, забавно, я рада и взволнована одновременно. Даже начинаю сомневаться, что это была хорошая идея. Как будто... ладно, неважно, пойдем. Сейчас, погоди, там спускайся, жди, я на кухонку сначала зайду. Оп. Так, что у нас там приготовлено? А, мы там дерево готовили, я понял. Давай, мидии, готовьтесь. Ну-ну. Погнали. Вилла Маджоре. А, нормально. Старинная картина. Вау. А ее мы, наверное, повесим в ее каюту. Наверное, получится. Подожди, а там нельзя поплавать? А... может быть, там что-то в воде найдем? Не, сейчас чихну. Ой, господи. Спасибо. Закрыто. Ауч. Здесь нет ничего. Спасибо, спасибо за будь. О, не зря сюда плыли, отлично. Кайф, деньги. Кольце старых старинных монет просто нашла. Хорошо. Сколько времени прошло с тех пор, как мы были здесь вместе, Стелла? Похоже, Джерри продолжает ухаживать за территорией. Он всегда был нашим лучшим садовником. Мама не часто бывала дома после смерти отца. Черт, никогда не думала, что могу быть такой эмоциональной.
Я так любила этот дом и ненавидела не меньше. Слушай, я не могу войти в него, даже с тобой. Просто... Нет, я не могу. Иди без меня, я подожду здесь. Вот ключ. О, Стелла, знаешь, если вдруг наткнешься на мою старую музыкальную шкатулку, принеси ее, ладно? Спасибо огромное. Помни, этот дом всегда был похож на лабиринт. Если потеряешься, следуй за светом. Удачи тебе. Я подожду тебя снаружи. Так, окей. Окей. Ксандерч, привет. Как же тебя давно не было. Как дела, Ксандерч? Ага, здесь вот так вот, да, выискивать все. Я понял. Лестница. Еще. Стопе. Здесь что-то светилось. А, это, наверное, наверху. Окей. Музыкальная шкатулка, улучшение для ткацкого станка. Вот оно. Наконец-то. Мы, наверное, сможем сделать ткань. Наконец-то. Неплохо ушла с головой в рисование и чтение. Как твои дела, как здоровье? Ну, хреново. У меня. Подагра. Приветствую тебя, лечусь вот. Приветствую тебя в моем скромном дворце, маленький путник. У меня здесь все высшего качества, а также крепко привинчено, так что даже не думай одолжить. Да я уже одолжил. А, во, видите, на крышу. ХЗ, что делать? Она что-то не прыгает туда. Ну, наверняка же можно как-то. Может, какой-то третий прыжок получится, появится, ХЗ. Ты нашла шкатулку? Отдай ее мне, пожалуйста. Да, да. Подожди, мне как-то надо вот так вот сделать, да? Предмет. Музыкальная шкатулка. Спасибо, я буду хранить ее. Нашла что-то еще? Ой, я и забыла, что это у нас есть. Это инструкция к машине Golden Royale. Помнишь? Это был главный приз в ежегодной городской лотереи. Я мечтала об этой машинке со второго класса, но отец запрещал мне участвовать в лотерее. Эта инструкция нам пригодится. Можем использовать ее, чтобы улучшить твой ткацкий станок. Я... Неважно, давай вернемся на корабль и забудем об этом месте. А, нет, я не хочу забывать об этом месте. Вообще ни в коем случае. Так, Кась, привет! И Хэппи Марис, привет! Выздоравливай. Спасибо, Ксандерч. Так, открывай давай дверь. Отлично. Надо найти проход наверх. Я не хочу искать... Типа двойной прыжок для этого. Скрытая лестница. Смотри, старый ковер мы нашли.
Вон, вы видите? Вон она. Она видна в окне. Как же нам наверх-то забраться? Есть какие-то идеи, чат, может быть, у тебя? Ну, возможно, реально сюда забраться получится только когда там тройной прыжок какой-нибудь мы выучим. Потому что, ну, она прям вообще не хочет цепляться за вот эти вот части. Не могу понять. Можно выдать моды за использование смайликов, которые не отображаются. Твичу только если. Так и есть, нужен плюс прыжок. Да? Нех. Ну ладно. Начернемся сюда, когда будет тройной прыжок. Окей. Эй, Стелла. Стелла, я... Да нет, ладно, забудь, ностальгия не мой конек. Я даже немного рада, что Вилли все еще в хорошем состоянии. Вилла. Или нет, ладно, давай сменим тему. Наверняка ты уже заметила вкладку «Улучшить» на своем чертежном столе. Там можно добавлять украшения в дома духов и рабочие блоки. Пора бы улучшить твой ткацкий станок. Добудь нужные материалы и вперед. Только так ты сможешь делать ткани из нити. Иди. Во. Значит, смотрим. Ремонт улучшить. Чипых. Нам нужна кленовая доска и льняная нить еще. Кленовая доска и льняная нить. Это твой дом? О, настенные украшения построены. Льняная ткань, кленовая доска. Слушайте, а мы, по-моему, с вами вот сейчас возьмем лен. Хдыщ. Хдыщ. Сделаем льняную нить. Изи вообще. Давай еще 7 на льна. Так, и у нас, по-моему, доска есть, да? Какая-то. Надеюсь, это кленовая доска. Так. Да, это кленовое бревно. Вот шикарно вообще. Кайф. 4 кленовых доски получили. Все, по идее, нам хватает на улучшение. Блин, надо полить неизвестные какие-то семена. Чпинг. Морковка. И опять давай морковку, чё нет. И поливай. Недавно с девушкой разговаривали на тему, по каким книгам Кинга можно снять фильм, и чуть не поссорились. Знаете, в чем смысл? Смысл в том, что по любой книге, вообще по любой теме, абсолютно по любой, можно снять фильм. Ссориться не надо. Так, мы в темноте. Стопули улучшить. А, льняная нить, точно, 18 штук. Нам хватит, интересно. Хватит. Есть.
Все, сейчас улучшим, будем делать ткани. О, да. Улучшить. Отлично. Теперь вы можете ткать со скоростью своих кумиров из мира портных. Да, именно этого я и хотел. Ну, кстати, еще на кухне что-то приготовилось. А, кальмары, да? Мидии. Привет, Джеймикс. Моллюски. Да, именно так я и хотел сказать. Вот, теперь мы можем делать прям вот так. А, смысл такой же, только теперь ткань не получаем. Okay. Наверное, я правильно делаю, что трачу все льняные нитки на ткань. Я надеюсь, что я правильно делаю. Сейчас еще чем-нибудь улучшим. О, кайф. Так. Вот, смотри, мы можем улучшить кухню. Теперь. Улучшаем кухню. Льняная нить здесь нужна, и огнецвет. Нить всрал. Здесь нужен сланец. Всякое такое говно. Можем уголок для чтения поставить, либо книжный шкаф. Блин, мне кленовой доски не хватит для того, чтобы улучшить прям все-все-все. Это неулучшаемое, это неулучшаемое, это неулучшаемое. Ну давай, что мы? Сначала уголок для чтения, наверное, потому что сидеть хочется. Вот, да, теперь кленовая доска нужна, и сможем улучшить еще и максимально вот этот дом. Кайф! Теперь хочется посмотреть на кухню улучшенную. Что там вообще можно делать на кухне улучшенной? Оп! Не-не-не-не-не-не, раньше времени достал. А, теперь вот так вот мы можем, смотри. Раз в одну сторону и в другую. Допустим, вот так вот, 5 морковок. Вот в чем прикол. Блин, ну кайфово. Жрачки у нас завались, да? Просто завались. Давай сначала выберем маршрут. Пока ночь. Ну-ка. Лучшайзинг происходит. О, какое-то новое место. Не хочу, мне они, в принципе, особо не нужны. Давай вот сюда вот отправимся. В шахту Кольгштейн. В шахту Кольгштейна. Плыть сейчас не сможем все равно. А, не, поплыли все. Лол, окей. Окей, сойдет. Давай, родная. Ой, солнышко. И пустая бутылка. Кайф. Женька, привет. Ну, давай, 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 давай. Смотри, солнышко как. Ну. Блин, кайфово очень. Так, а мы, кажется, приплыли. Да, там недалеко плыть надо было. Мы приплыли. А, подожди, нет, до маршрута еще вон, плыть и плыть. А, там рядом торговец был. Возможно, он нас перехватил, и там сейчас торговец стоит. Ну-ка. Не. Никакого торговца. Mm-hmm.
Причем, получается, так не проплывем, да? Да, мы не проплывем. Пока судно не улучшим, видать, не проплывем. Окей, давай вниз тогда, в поля Гурена. Нет, Джимикс, еще не было Мстителей. Я зашел, а там обнова какая-то дрянная. На 300 метров, но... Долго и очень. Поэтому мы решили, пока оно обновляется, играть в Spiritfarer. Такие пирани. Да, видимо, ледокол нужно поставить на нас. Улучшить его. А потом уже проплывать подобные места. Там кто-то с нами хочет побазарить. Я думаю, побазарим, когда доплывем. Пока давай рыбачить. Отлично. Вдруг они починят звук и всякое такое с этой обновой. Если бы тебе предложили озвучить мультик, ты бы согласился? Не бесплатно, конечно. 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 Я бы такой, ой, да ладно, я и мультик. Ой, давайте, давайте, расскажите, насколько я хорош, что вам понадобился именно мой голос для вашего мультика. Да, да, да. Скажите это еще раз, пожалуйста. Давай, давай, громче скажите, насколько я пиздат. Что, 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 в смысле уже не нужен? Нет, стойте, я готов. Нет, бесплатно. Не нужен? Блять. Примерно так бы это было бы. Да чё всем побазарить-то захотел? О, керамическую миску. Мы еще не ловили миски. Прям хотят говорить с нами. Ты посмотри. Что думаешь насчет покупки Spiritfarer на Switch? Я думаю, идеально вообще. Чисто вот игра для туалета. У всех же, да, Switch в туалете лежит? У меня нет, потому что у меня Switch'а нет. Чё? Блин, хочу Switch. Вообще, на самом деле, знаете что? На эмуляторе Зельда выглядит пизже. Ну вот пизже, там графон лучше, чем на самом свече. Реально, на эмуляторе, на ПК она круче, чем на самом свече. Теперь ткацкий станок, может так, новый маршрут, поля Гурена, отлично. Буду знать, к кому обращаться, если все-таки решусь свой мультик нарисовать, да? Милости прошу. Но я тоже не отвечаю, вот думаю, нужен он мне или нет. Мне он нужен. Просто потому что. Я бы поиграл в Зельду, я бы поиграл в Марио. Теперь ткацкий станок можно использовать. Разумеется, рабочие блоки можно улучшать. Тебе нужно найти для них чертежи и материалы. Стелла, думаю, пора показать тебе продвинутые техники работы с ткацким станком. Да, они существуют. Тебе нужно будет улучшить сам станок. Все зависит от того, как ты кладешь руки на станок. Изначальное расположение нитей тоже играет важную роль. Несколько простых хитростей, ты сможешь создавать более изысканные вещи. Настоящую ткань. Ну-ка, пойдем посмотрим. Теперь мы, наконец, можем делать ткань из нитей. В смысле? Ну, у меня... Я уже сделал. А, ну, окей, вдруг она даст мне еще нить, и у меня будет ткань еще. Кайфово же. Зашел в туалет и прошел Spiritfarer. И вышел. Не-не-не, не вышел. И увезли, или с геморроем в 3 метра. Прошел Spiritfarer. Обалдел, что ли? Она, знаешь, какая длинная? Это же здрачильня. Здесь же бахать и бахать. Ну, в смысле... Стелла, можешь посерединочке, пожалуйста, полить? Спасибо. Кисю давно не обнимали. Кися! Обнимашки. Насколько мне скучно в туалете по шкале от 1 до 10, чтобы покупать Switch? Блин, ну я с книжкой либо с телефоном все время скажу. На самом деле, огня нет. Но я бы не отказался от согревающего горячего блюда. Согревающего горячего блюда. Вот шашлык из кальмара поешь. А, это просто восхитительно.
Не хуже, чем в лучших ресторанах высокой кухни. Я во многих побывала, спасибо огромное. Так, кайфово. Можно обняться. Просто домогательство, да, оленя. Спасибо. Да что там? Ну и чё, давай говорить. Я тут думала об отце, когда он уехал с Дагом, я ничего не почувствовал, ни грусти, ни ярости, ни облегчения, ничего. Мне было совершенно все равно. Для тебя это было важно, ты 3 дня ревела в комнате тети Петунь. Так это сестра наша, кажется, всё-таки. Купил тебе издание 3 сестер, дала тот дурацкий огромный свитер, который связал за месяц до этого. Мама была в ужасе, но тебе стало лучше. Долго не могла понять, почему ты так расстроилась. Единственное объяснение, что пришло мне в голову, ты грустила вместо меня. Чувствовала то, что я не могла. Так, стопа. Настроение. Гвен. Не понял. Может, говорит, работать с кацким столом. Ни хера не может. Как ты быстро справилась, Росток? Спасибо, что нашла на это время. Хорошая кухня, очень разумное вложение средств. Вот увидишь, ты не пожалеешь, гарантирую. Животик мой не пожалеет, спасибо. Блин, нам же нужно еще этой барышне гнездо поставить, да? Почему я не могу просто другую рыбу еще в соседнюю эту запихать? Странно. Тебе ж плевать, что кушать, да? Мой живот урчит. Вижу, ты прикупила кухонного оборудования. Теперь ты можешь накормить целую армию. Мне нужно подкрепиться, что-нибудь такое, чтобы на весь день хватило. Отбивные, например. Мне бы сюда мою кухню, специи и рынок за углом. Я бы что-нибудь сварганил, но я не знаю, как все работает в этом мире. Придется тебе придумывать все по ходу дела. В этом суть готовки, это выдумка, в которой ты никогда не... Бла-бла-бла, мудрые слова твоей прабабушки, вот это была женщина. Так, мне нужны отбивные для него бахнуть. Но у меня нету отбивных для тебя, алло. У меня только рыба, дядь. Ну, шашлыка бахни. Ух, как же я люблю еду, давай сюда. Сойдет. Ой, что войкаешь? Как насчет обеда, Стелла? Умираю от голода. Так, у меня для тебя замечательные овощи на гриле. Спасибо, я и прям проголодалась. Кайфово. Все. Так, а что там нужно для ее дома? Святилище Саммер. Известняк и дубовые доски. Ёбушки, поробушки. Так, вам поплыли. Для меня Switch очень хорош, и в целом можно успеть сыграть за время поездки на поезде, ну и покемоны. Кайф. О, посетитель. Добро пожаловать. Вы хотите отправиться в наш всемирно известный тур по Фурагаве? Разумеется, ведь у вас в руках наша брошюра. Экскурсия вот-вот начнется. Она занимает всего 5 минут, и на ней вы узнаете все об истории и флоре этого острова. А потом сможете рассказывать о ней своим друзьям. И никаких сувенирных лавочек. Готовы? Да. Идеально. Тогда сразу начнем. Как можно заметить, на этот остров не часто приезжают туристы. Люди предпочитают развлечения в больших городах. Здесь тишина и покой. Вы можете ощутить это... в местной флоре и фауне. Главная достопримечательность здесь — рисовые поля и лес. Отправляемся дальше. Да-да, дальше. Сейчас, погоди. Нет, тут нифига. Все вдруг косячи мечтать начали. Я вот парень простой, мне бы видюху 3080 Ti до оперативы гигов 80. Нормально. У меня 64. Я бы хотел 3090. Да. Иди сюда. Производство риса здесь впечатляющее. Рабочие собирают урожай день и ночь, чтобы прокормить местные семьи. Прямо сейчас здесь почему-то никого нет. Не знаю, в чем дело. Иногда я здесь, когда я на работе, но это несущественно. Отправляемся дальше. Отойди, пожалуйста. На самом деле, я бы хотел машину и сейчас, на данный момент, на безопасную для семьи и квартиру. О. Так, вы извините, я тут ваши деревья порублю. Сейчас, погоди. О, это дуб, кстати, не клен уже.
Дубовое бревно, да, в натуре. Пипец. Хорошо. Вы можете ощутить влажность, я имею в виду по-настоящему почувствовать. Этот дубовый лес что-то задевает во мне. У меня есть с ним какая-то связь, удивительная связь, честно говоря. Обычно я пропускаю эту часть экскурсии. Если вы не против, двинемся дальше. Я захвачу древесину, думаю, немного поработать с ней позже. Ты захвати побольше древесины и расскажешь мне потом, покажешь и дашь мне потом свою древесину. Жалко, это так не работает. Просто здесь для вида, блин. Сейчас, подождите, рубим ваш лес, извините. Думает, я сюда ради экскурсии пришел. О, какая красота. Кстати говоря, это счастливое дерево — центр всего острова. Мы не знаем точно, когда его посадили. Люди съезжаются со всего мира, чтобы оставить маленькие записки с просьбами о помощи в жизненных невзгодах. Хорошо. На этом наша экскурсия окончена. Турагентство Фурагава благодарит вас за участие. Спасибо вам за внимание и терпение. Еще раз спасибо вам за интерес. Чаевые всегда будут кстати. Советую вам оставить около 50 бликов. Блин, ну ладно. Это невероятно, так и знал, что сумел заинтересовать. Я подпишу вас на рассылку о новых экскурсиях. Весело проведете время, узнаете много нового. Спасибо за доброту. Минус 50 бликов, больше 15% достижения. Но вообще, нихера не рассказал. Прошелся по месту, где сказал, что типа, ну вообще-то я это место пропускаю всегда. И ушел на поляну и сказал, ну все, закончили. Гений, сука. Ты же можешь из Вечного Света сделать... чешем ей. Грудку чешем. Чик-чик-чик. Ножницы можешь сделать? Стругаем шерсть. Кайфово было бы. О! Тут что-то есть. Крови немножко. Цитрин. Ух ты. Еще одно дерево. Ну, сука, сюда с тройным прыжком, наверное, только. Тоже. Короче, несколько мест уже для тайного прыжка у нас имеется. А ну-ка. Ах! Не, точно. Точно только с тройным прыжком. Я понял. Это дерево можно срубить? Хотелось бы. Святое дерево, все дела. Надо рубить. Отпилить, рубить. Только посмотри на все эти деревья. Ага, смотрю. Спилил только два. Это бесит. Почему из Вечного Света лесенку нельзя делать? Потому что стела тупая. Очевидно же. Спасибо, что посетили нашу экскурсию. Не забудьте рассказать друзьям. Обязательно. Так, нам надо вернуться на старые острова. Вот что я подумал. Новые, конечно, круто. Блин. Он просто... Он, смотри, он за нами плывет, тварь. Нужно дождаться света. Блин, ну я хотя бы маршрут хочу задать. Ладно. Новые, конечно, круто. Но... В старых... Есть ресурс, должны быть ресурсы. Ну и плюс ко всему нам нужен магазин там посетить один, да. Плюс ко всему нам нужно улучшить корабль, ледокол там поставить, всякое такое. Альмарчик. Класс. Лучшее вложение времени. Хотел бы обновить комп, сделать ремонт в квартире, но ремонт важнее, так что комп все стареет и стареет. А ремонт хоть делается? Или хотелки эти друг другу противоречат в конечном счете? Thank you.
морской язык. А мы такую рыбу, по-моему, не брали еще, да? О, что-то приготовилось. Странно, что готовка заняла целый день, блин. Так, подожди, а как? Инвентарь. Ура, подписчики, спасибо! Жень, спасибо большое. 59-я подарочная подписка, JMX подарил. Спасибо тебе огромнейшее. Слушайте, погодите. Траектория корабля и часы. Просто как играть? Я не помню, как играть на музычке, чтобы оно росло быстрее. Готовка занимает больше времени, потому что она объединяет мясо и овощи в одно блюдо. Да-да. Только я все равно не понимаю, почему так долго. Биск. Кукурузу. ФР. Мне кажется, сейчас даже полезнее, чем рыбалка. Уж еды у нас просто завались. R еще и инвентарь открывает. Может, зажать R надо? Да, просто зажимаешь R и все. Надеюсь, не надо смотреть в ту сторону, где растут, где растет лен, чтобы он рос от музычки.
Вот сейчас и проверим. Не, не надо. Вот, пошел средний. Куст пошел, отлично. Сейчас сделаем вот эти две партии. Пойдем намутим себе ткани, ниток. На улучшение всякого. Клен бы еще, да? Вообще время будить их уже. Че музыка прекратилась? Просто взяла, сама съехала. Пошел. Третий. Отлично. А время как будто бы замерло. Все спят, храпят, я отыграю. Так залипательно. С, 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 А, А, С, 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 В, В, А, С. Чувствую себя Моникой в «Друзьях», которые... Помните в моменте, когда они рассказывали Чендлеру про эрогенные зоны женщин? Четвертое. Третье, четвертое, третье, пятое, третье, четвертое, вторая, первая, вторая, первая, 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 первая. Помните? Эйфа усилил. Забыл пойти разбудить. А, почему ты забросил рыбалку? Она хорошо помогает успокоиться. Ты можешь забросить удочку и ждать. Да, 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 да. Отвень. Так, чем мы можем улучшить? Здесь клен нужен, понял? Здесь сланец. Дуб, алюминий, ясный. Ничего, ничего. Эти, чтобы улучшить, нужны чертежи. Кленовая доска. Подожди, а где дубовая доска нужна? Вот, а здесь алюминий еще нужен. А здесь вообще доска из ясеня. Чоу. Льняная нить и огнецвет. Пойдем сделаем нить. Я не помню, где огнецвет брать. Не с моллюсками ли это связано? Погоди, пока мы можем плыть, гомо поплывем. Чем стоим на месте? Собрать здесь все, что. Пригород Ивасима. Гора Тарагама. Может, к нему опять? Святилище дух. Хоть не взяли мы духа одного. И здесь мы духа не взяли одного, получается. Здесь сундук один не взяли. Здесь мы не взяли два дубового бревна, один гриб и землянику.
Овцы. Обнаружен ресурс овцы. А здесь еще редкий сундук какой-то мы не взяли. Воу, че? Имеет ли смысл вообще посещать старые локации, те, где я рубил уже дерево? Вот мне что интересно. Понимаешь? Так, ладно, пойдем эти посетим сначала. Рыбная карри 7 штук. Отлично. Овощи и кукуруза, давай. Тут смерть прошла мимо, поспекается. Ну ёптить, моптить, уже это как то уже ночь. А, нет, не ночь, это о, это солнечное затмение, ребят. Обалдеть. Арти, здорово. Смотри. И звездочки падают еще. Кайф. Кайф, 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 кайф. Железная руда. Ну-ка, обрадуй меня. Семена чая. Салат латука. Так. Бутылка с бликами и ценное кольцо. Ну-ка, еще. То же самое. Чё, мы приплыли, все, здесь больше ничего. Пойдем к следующему. Можно, конечно, пока торговец рядом, до него попробую доплыть. Ладно, чё с ним. Давай прибачим реально, потому что у меня морского очень мало остается. Очень мало морского. Мне добра попадается с моря. Ночь и с утра. Ах, солнечное затмение прошло. Чипых, треска, отлично. Они вроде восстанавливаются, вначале говорили. Да ведь я вот тоже помню, что говорили. Да, но надо как-то это проверить. Надо вернуться, наверное. Киса опять купилась. Дубового бревна еще даже. Можно мне кленового бревна, пожалуйста? О, кстати, и не уголь, а сланцы. Сланцы. С Серегой креативом общаешься? Нет, не общаюсь. Ну, типа, мы не ссорились. Просто, ну, общения нет. Нету ничего. Я поэтому к торговцу сначала не поплыл. Думаю, что соберем сначала все вот эти вот драгоценности здесь, да, а потом можно будет поплыть и продать. Бутылочку.
Так, стопэ, надо вернуться. Добро пожаловать на одну из моих любимых остановок. Я их нашел, они мои. Все мои, меня зовут Алекс. Прекрасное имя, лучшее имя. Но не зови меня Александр. Фу, дурацкое имя. Дурацкое имя для дураков. А чего это я? О, да, я Алекс. Я водитель автобуса, я не всегда был водителем. Раньше я был бухгалтером. Цифры были моим позором. Ваши места займу я скоро. Чух-чух-чух-чух. Нет, стоп, это поезд. Это автобусная остановка, а я ваш водитель. Хотите куда-нибудь поехать? А, это типа быстрое путешествие. Окей, это кайфово. Меня зовут Александр. Я понял. Да это прикольно. Быстрое перемещение. Реализовано кайфово. Кайфово. Так, погнали. Ну, теперь понятно, что это за остановочки. Надо будет потом прыгнуть, да, куда-нибудь. Покедай, братан. Давай еще. Останавливайся. Все, отлично. Можно спокойно, значит, до конца доплывать на таких остановочках. Риска. Заберем блики, заберем ништячки. Что там? Железная руда. Такое себе. Рисовое зернышко. Еще, кстати, дубовое бревно одно. Я думаю. Блин, а здесь больше нету бликов никаких. Плохо. Луна встает. Ау, засмотрелся. Давай, давай, побольше. Кальмары, трески. Много-много-много нужно.
Я вот плыву сейчас и думаю, а где мне ему отбивную найти все-таки? Дядюшки нашего. Ого, нормально, шикарная ваза. Так, приплыли к торговцу. Че? Сойдет еще один морской язык. Сейчас поставим сначала. Польем, поставим еду, а потом торгашу. Эмбиент прикольный, да, музыка вообще здесь очень кайфовая. Да и совка, собственно, стиль сдает тоже. Знатно. Салат с крупой. Так, 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 так. Треска, кальмар. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Готовься, родной. Что-то новенькое. Фрэнсис говорит: сегодня твой счастливый день, удачи на твоей стороне. У меня для тебя новое поручение. Свеженькое, ну-ка посмотри. Ну, что за поручение? Морской язык... нерка. У меня нету нерки. Блин. У меня есть кальмар, у меня есть морской язык, у меня нет нерки. Кленовый сироп мне даст. Письмо какое-то пришло. Реклама, готовь-ка. Ну-ка. Дорогой будущий клиент, это Мэдисон из Готовь-ка. У нас проходит акция на новую услугу по доставке еды. Заходите к нам в гости в Хаммингберге за всеми подробностями. Мы с нетерпением ждем вас. До встречи, Мэдисон. Так, Хаммингберге. Давай порыбачим, вдруг у нас будет эта рыбка. Здесь прям. Было бы кайфово. Пока все равно ночь, все спят. Будем рыбачить. А вот что-нибудь поймаем. Ценное жерелье вы поймали, продадим. Джимми сделится с чатом виноградом и грушами. У нас есть груши, кстати. Я очень боюсь за арбуз. Я очень хочу его доесть, но у меня нет места в животе. А Ева вообще-то помогает мне с арбузом, блин. Я взял большой арбуз, чтобы мы вместе ели, а она такая: я не хочу. И не ест, представляете? У нас... Я пол арбуза съел один. Для арбуза должно быть место дополнительное. Да. Ну, я сегодня доем первую половину арбуза. Порежу вторую, буду сидеть жрать. Просто, чтобы он не испортился. Я был счастлив, чтобы я прям пережрал арбуз. И мне кажется, даже после этого я захочу еще пойти купить арбуз. Делись с нами. Блин, с удовольствием. Морской язык. Нерку дайте мне, нерка, нерка. Где нерка? Слушай, а можете в гугле пробить, где выловить нерку? Может, я здесь просто зря время трачу. Я особо, конечно, не буду заморачиваться, но типа, как только мы сможем плыть куда-то, я все, отправлюсь в путь, но все равно.
Мадр. Нет, все это, конечно, хорошо, но нам нужна нерка. Опять кальмар. Меняюсь на арбуз. Груши у меня есть же, Микс. Виноград недавно съели. Спал часа два, как не заснуть. Не, надо идти спать. Нафиг вот это вот все, как не заснуть. Надо идти спать и отдыхать. Если прям нон-стопом дергать, то она и не ловится. Продумано. Сеть, сука. Яблочек хочется. Блин. Я арбуз хочу. Я сейчас пойду за тарелкой арбуза, поняли? Основной ареал обитания нерки приходится на побережье карте, блять. На побережье, говорит, Канады и США, хотя ее встречают в других точках Мирового океана, например, на Аляске, берегу Камчатки. Спасибо, Арти. Ценный гуглильщик, блин. Самый ценный, мать его, гуглильщик в мире. Алиса, как послать токсика? К сожалению, никак. Блять. Арти, ты неприкасаемый. Надо в колокол, блин, позвонить. Что-то я забываю про это постоянно. На фоне, кстати, острова какого-то. Вот. История здорова. Может, его японского острова сможешь поймать? Не знаю. Интересно, у него оно останется поручение, наверное, да? Блин, она все там заперта. Я даже думаю, что, может быть, это хорошо, что она там заперта. А, заперта. Она просто ждет, пока я ткань не сделаю. Я думал, она мне даст лен, чтобы я сделал ткань. Но нет, скотина стоит, ждет просто, что я сам придумал. Чтобы научить меня. Буябес мы сделали. 6 штук буябеса. А что из сельди? 4 штук сельди и 3 морковок мы сделаем. Я не нашла, где ловить нерку. Ась, у берегов Канады же. И Аляски. Блин, я никуда не отправил корабль, мы просто страдаем фигню, никуда не плывем.
Мы еще ни разу не промазали по этой штуке. Ты глянь. У тебя талант. И почему-то меня это не удивляет. Ты теперь настоящий профи, мне больше нечем тебя учить. Но если ты не против, я сама попробую. Это поможет мне отвлечься. Ты реально будешь что-то делать или... Блин, ты просто свалишь. Конечно, ты, сука, просто свалишь. Ясно, блядь. Гора Тарагурма. Поплыли. Пакет, братан. Стелла. У меня к тебе еще один разговор. Пойми, я очень благодарна за прекрасную каюту. Но признаюсь тебе честно, там немного пустовато. Ты меня знаешь, я всю жизнь окружала себя бессмысленными глупыми вещами. Я уверена, в таком доме можем создать что-то особенное, уникальное, элегантное и уютное. Что скажешь? Немного улучшений никому еще не помешало. Шикарно, доверяю тебе. Никакой спешки. Красота внутри. Короче, прям важно, чтобы ты ее дом замутил. Домик Гвен, вот он. Улучшил, типа, по максимуму. Это домик Гвен. И мы не сделали только вот книжный шкаф. И все, из Гвен будет покончено. Мы покончим с Гвен. Рога юности. Да. Жесткий ты. Здравствуйте, как ваши тела? Я подумал, что у меня до этой игры такие руки не дойдут. Можно и поспойлерить себе. Здорово, Никит. А почему не дойдут? Ты гляд, я еще и клип сделал про себя. Ясно. Еще и эгоцентрик он оказывается. Понятно, понятно. Моя вторая гордость после ниндзя. Знаешь, я хотел вырезать ту катку и загрузить на канал, но теперь не буду. Теперь я буду думать и делать вид, что этого никогда не было. А еще знаешь что, Арти? Ты вроде пиздато тогда сыграл, а киллов больше у меня было. Морской язык. Ну, это сейчас был морской язык просто. Слишком много всего, а денег на все нет. А на Кимэлере не дали, значит, не дойдут. Понял. Понял, да, Тёма? Это была одна из самых худших моих игр. А, и одна из самых лучших твоих. При том, что киллов у меня было больше, чем у тебя. Ты понял? Миски какие-то падают, я понял. Если б не я, мы б не взяли топ. Ну, блин, если б не я, мы б не взяли топ, да. Так это и работает. Понимаешь? Так это и работает. Можно мне клен, пожалуйста? Блин, уже которую овца, я их рубануть не могу. О, это дух, которым можно взять. Добрый день, юная леди. Как поживаешь? О, ах да. Может, ты сможешь мне помочь? Наверняка ты заметил там внизу сбежавшую овцу. Я пыталась вернуть ее в загон, но упрямое животное меня не слушает. Удача на твоей стороне, у нее есть одна слабость — обжорство. Так что она последует за кем угодно, если ее покормить. Будь так добра, попробуй вернуть ее. Понял. СВЧ, говорит, ясно. То есть, понимаете, чат, логика какая? Я, говорит, если бы, говорит, не я,
Да мы бы не выиграли. Я ему тем же отвечаю, говорю, ну если бы не я, мы бы не выиграли. Типа, логика та же. Он такой, ясно, ты, блядь, СВЧ. Ты, говорит, СВЧ. Логичен. Вот, говнище тебе, да, вот это? Давай, пойдешь? Пойдет. Бля, смотри, я привел овцу тебе. Как здорово, она идет с тобой. А теперь отведи ее в закон рядом с пирсом. Или следуй за мной, я когда сюда иду. Тыц, 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 тыц. Вот это загон, да? Да. Все, теперь можем убить ее и сделать отбивные. Боже мой, какая дружелюбная овца. Пошла с тобой до самого дома. Всегда идешь на зов желудка, да, малыш? Хи-хи, прям как мои мальчики. Тебе не кажется, что я одинока? Может быть, поэтому она ушла? Я составлю ей компанию, не волнуйся. Ну, может быть. А что, если ты найдешь еще одну овцу и приведешь ее сюда? Они могли бы веселиться вместе. Если тебе не трудно, конечно. Кстати, меня зовут Алиса. Приятно познакомиться. Так, мне надо привезти еще одну овцу. А это с какого-то другого острова мне надо привезти ей овцу? Если да, то я знаю даже с какого. Если с этого, то сейчас поищем. Ошибись. Воу. Ошибенно. Главное не заблудиться, потому что я уже, по-моему, плутаю. Так, это выход, оставим пока. О, сланец, это был сланец, кстати. Так, подожди, 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 там еще не все. Можешь шапку в руки взять и подняться? А здесь все? Да. Ну, типа, просто посидеть, почему нет? Кайфово. Там еще в доме можно, в дом можно залезть, но в дом двери закрыты. Так, это дерево нельзя пилить. Короче, на левую часть острова тоже можно будет пройти, но чуть попозже. И кажется, все-таки мне нужно привезти сюда овцу с другого острова, что ли?
Нашла еще одну овцу. Ага, короче, нужно оставить ей овцу, и тогда, наверное, плюс еще один дуб будет. А вы помните, на каком острове была овца? На последнем, по-моему, на каком-то, да? Сейчас мы туда с вами отправимся. Вчера говорили про гвинт на телефоне, мол, 3 гига весит, он меня какого-то 11 весит. Нормально. Так, здесь вот еще один остров. А вот это что за дела? Неизвестные какие-то новые приколюхи. Карьер Хосеки. Да, здесь видите, здесь есть дух. Вон, овца еще все-таки какая-то есть. Еще два редких ресурса. Неизвестная херня, уголь, сланец, медная руда. Мы вот в левую часть не смогли пробраться. По-моему, оно где-то тут, что ли? Вот, мы овцу здесь нашли. Да, давай попробуем в поля Гурену вернуться и попробуем взять овцу на корабль. Это локация была. Кстати, там, судя по картинке слева, там еще справа от пристани был маленький островок, на который тоже можно залезть. Так, там что-то приготовилось. Ладно, я туда схожу, когда ночь будет. Что за вспышка? А, это опять то место, где солнечное затмение. При том, что это, кажется, лунное затмение. Смотри, луна в затмении заходит, и и звезды падают. Кайфово выглядит. Орляночка, спасибо большое за человек. Спасибо. Тебя, Саси. Еще у тех людей, которые бицы кидают, сразу будут новые значки, новые смайлики. Кайф. Спасибо, это очень приятно. Ну давай, последнюю уже словим. Ой, лен вырос. Последние 6 пакетиков семян льна, оказывается. А у меня для огорода, получается, семена только морковки, что ли? А, во, странное семечко, раз. Лук парей. Семена салата лапука. Отлично, повыпадало же с ящичков. А мне дубовые бревна тоже нужны или именно доски? Сейчас надо посмотреть.
Вообще неизвестно же до конца, потому что вот эти чертежи я не получил, но улучшение вот этих домов, да? Здесь огнецвет. О! Я смогу сюда уже душ поставить. Сойдет. Кленовое бревно. Хера себе. Чтобы лесопилку поставить, нужно 28 именно бревен. Чего, блин? Это я всрал на это 28 бревен тогда, пипец. Ну, то есть я уже построил ее, я не переживаю. Ну, просто так много мы всрали бревен на это дело. О, я могу хоть сейчас эту какую плавильню поставить, оказывается. Тревоги в мотивацию переплавлять. Дубовая доска и известняк. Известняка у меня 3 штуки всего лишь. Нужен известняк. А дубовая доска 10 штук, а здесь дубовая доска 12. Короче, 22 дубовые доски мне нужны. Пойдем намутим доски. У меня есть бревна. Такой информации именно о том, что мне бревна нужны, не было. Но я 5 штук оставлю, на всякий случай. Очень сложно здесь идеально делать, блин. Орляна дарит 10 сабов. Так, сейчас будет Алиса постоянно да, спасибо говорить. Спасибо! Орлян, спасибо тебе огромное. Просто пиздец. Огромнейшее спасибо. Ура, подписчики, спасибо! С твоей руки настал 207 стадий. Ура! Спасибо! Ура! Подписчики, спасибо! Скидос 30% на продление GMX. Какие дела? Кади 1992. Ура! Подписчики, спасибо! Кирио, Дарк, Ассасин, Ромарио, Максима, Хамстер, Зомби Мод, Ник Мондо и Фит Медуза. Добро пожаловать к нам. Спасибо, Орлян. Огромнейшее, огромнейшее спасибо. Я хочу тебе шмайлик таких кидать. Вот таких. Спасибо тебе большое. Ура, подписчики, спасибо! А что вы так делаем? Это будет страшно, а не так мило, как на смайлики, типа... Ура, подписчики, спасибо! Сколько у меня? 59 досок надел. Ура, подписчики, спасибо! 59 досок, это хорошо, это хорошо. Я половину прямо сейчас могу построить. Обалдеть. Давай. Так, а улучшить я ее сразу не могу, потому что, наверное, у меня чертежа нет, да? Да. Блин, над домами прям плавильня. Доски, красивые крыши домов исчезли за счет этого.
Но у нас теперь плавильня ядритого коня. Наверное, она нужна для того духа, который вот как раз овцу хочет. Медная железная руда. Пустая бутылка. Стекло в плавильне использовать в качестве сосуда в некоторых занятиях. Так, подожди, давай. Так. Штуки держать ее. Я просто не знаю соотношение угля к слиткам, сколько надо. Блин, я думал загрузил и ушел, а тут надо стоять вот выискивать, выжидать прям. Удобненько. Только один слиток. Не, три железных слитка. А, один уголь на все про все, да? Медные руды, допустим, 5. Допустим, один. Один уголь на это потрачу. Нормально будет? Типа один уголь на 5 слитков, да, по идее? Медных слитков. Ну да. Один уголь на 5. Слушайте, ну прикольно. Ладно, пойдем отсюда, пока оно не надо. Оно пока не надо. Погнали, нам нужна овца. А белая овца. Ты тоже дух, да? Спасибо, что посетил наш, не забудь рассказать друзьям. Ну, дух, который можно забрать с собой, наверное. Или нет? КЗ. Новые игры по вселенной Бэтмена. Я не знаю, что я буду проходить, чувак. КЗ. Так, накормим тебя. Малиной. Все, погнали. Не белая овца, нифига. Да, слушай, мы ее привезли на корабль. Кайфово. Так, ты на корабле? Да она в натуре на корабле, лол. Так, отправляемся обратно. Нам нужен тот дух. Гора Трояма, погнали. Нам нужен тот дух. Тот дух. Тот дух. Ду-ду-ду-ду-дух. Ду-ду-ду-ду-дух.
Еда на кухне сразу приготовилась. Ядрить его коня. О, опять то самое место. Забавно, что затмение здесь, что лунное, что солнечное, привязано именно к месту, да? Какому-то. Так, язык кальмара мы не трогаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-не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 , стопули. Верните мне бревна, что я, конечно, переборщил от опилки. Приготовьте. Жалко, во второй ячейке тоже опилки нельзя готовить. Угля, чтобы было много-много. Найти, собрать медный, железный и уголь. Железных слитков еще не хватает, да? Кофейные бобы, кукуруза. И две репы. Ой. Я даже не знаю, я не очень хочу, если честно. Пока что выполнять эти поручения, можно как бы остановиться здесь и пойти играть музычку, выращивать там бобы и кукурузу и прочее, да? Но не думаю, что это особо нужно. Так, давай рыбачим. Да ядрин. Ядрин. У нас сегодня самая длительная сессия Spirit Farer, по-моему, за все время, да? А, не, в первый раз мы играли 2 часа, просто серии по часу разделяли. На YouTube будет сегодняшняя самая длительная сессия. Овца не сбежала случайно? Да некуда ей сбежать. В океан. Риска, здрасте. Итак, я надеюсь, вот мы сейчас плывем одни или с овцой? С овцой, кайфово. Не, вот я овца. Молодец, ты привела вторую овцу. Посмотри на них, они будут так счастливы вместе. Да они холодно друг другу неожиданно. Ну, им просто нужно познакомиться поближе. Уверена, они скоро будут лучшими друзьями. Ну а я... Мне было приятно чувствовать себя полезной. Что, ты хочешь, чтобы я отправилась с тобой в путешествие? О, нет, 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 нет. Я не хочу навязываться и всех вас затруднять. И потом я уверена, что для меня там нет места. Да, это остров пустоват, но я уверена, что здесь отлично поместится маленький домик. Аккуратный домик с лозами, винограды, цветами в горшках, в пастельных тонах, скромный фасад, ой, и зеленые ставни. Это было бы так чудесно. Прошу прощения, я что-то замечталась. Нет, ты иди, а я тут посижу. Короче, нужно построить коттедж для нее теперь. Обалдеть. И потом только она пойдет с нами. Внезапно нужен сразу коттедж. Мы еще этот не сделали с известняком, блин. О, кстати, коттедж можно прямо сейчас намутить. Пойдем железный слиток сделаем. Будет тебе коттедж, Алиса. Железный слиток. А у нас нет железной руды, ёп. Яу. Тысяч яу. Тысяч яу-яу. Плохо. Так, ладно. Ней, когда будет коттедж готов, вернемся. Тогда в пригород Ивасима пойдем. Подплывем. Как много же чего? Просто капец. Как там Avengers? О, Avengers скачалась. Все, сейчас до Ивасима, да и плываем тогда, и все.
Ну, чтобы коттедж поставить, нам надо на самом деле улучшить корабль так-то. Места-то не хватает. Я думаю, когда она отправится к нам, она даст ключи от того дома, и мы сможем ништяки забрать. Что за пассажир? У нее сразу коттедж не нужен. Ну, да. Это он, змея попросила. Маленькое уютное гнездышко, а там дом, блин, выше, чем все дома. Как плавильня ядрить его коня. Новый маршрут пригород Ивасимы, там надо полить огород. Огород надо полить. И поле надо полить сальном. Красиво жить не запретишь. Ну да, прикинь, к тебе друг приходит такой: чувак, пойдем гулять. Или там подруга: гулять. А ты ему или ей такой или такая, типа: ну, блин, я напрашиваться не хочу, сейчас гулять еще. Я бы, конечно, пошел, пошла. Ну, если у тебя будет Мерседес С-класс, ты мне его подаришь, и мы на нем поедем в мой дом, который ты мне купишь, тогда, конечно, да. А так напрашиваться, погулять с тобой не хочется, как говном быть в твоих глазах. Вот, так что приходи, когда будут деньги на Мерседес и дом. А тебе в ответ: ты сдох. Пойдем на ту сторону, я хорон. Ну, ты такой: не-не-не-не. Овцу мне вторую приведи, пожалуйста. Так, это у нас дуб. Чих-чих-чих-чих. Вот что я люблю в плевках, так это то, что для них нужен особый талант. Понимаешь? Нужно настоящее мастерство, чтобы найти цель, прицелиться и попасть в яблочко. Мастерство и природный талант. Так приятно, когда что-то получается. Я целыми днями могу плеваться с высоты. Вдруг все-таки попаду кому-нибудь прямо в макушку. У меня как будто бесконечный запас слюны. Этот мост-то не очень высокий. Не очень-то и высокий. И под ним почти никто не проплывает. Но плеваться все равно очень приятно. И меня все... У меня, говорит, все подготовлено. Рот есть, бутылка воды в наличии. Боевой дух хватит на долгие годы. Вот, сука. Нормально так дубы на этом острове, кстати. Блин.
ничего, просто стена и никакого продолжения. Лалча. Здесь третий прыжок опять же нужен, чтобы туда добраться. Хочу корабельному чуваку приплыть сейчас на быстром перемещении, посмотреть, сколько будет стоить вообще усилиться, улучшиться. Там, по-моему, еще просто ресурсы нужны, не только бабки. И это как бы проблема. Кормить-то их надо, нет? Один всего салат. Ни о чем не могу думать, кроме еды, говорится. Так, креветок ему дали, отлично. Ему, ей. Здоров. Землянички. Она что-то прям грустит. Но она грустит, понятно, дело почему, на самом деле. Как твои дела? Вижу, ты так следует заботишься о своих растениях. Чудесно. Я надеюсь, мои уроки не прошли даром. Ты знаешь, когда ты была настоящим солдатом государственной академии Микфилда, инженер-агроном выпуск 1971 года. Лучшие оценки на курсе и прогрессивные взгляды. Сразу же нашла работу в одной из крупнейших корпораций. Мне выдали огромный кусок земли, 1000 гектаров. Я должна была максимизировать доходы из земляных ресурсов. Этим я... Поверь. У меня отлично получалось. Я набила это поле трансгенными семенами. Когда пришли насекомые, я залила их ядами. А когда почва стала серой пылью, я вкачала в нее химикаты. Мощные стебли выросли из этой почвы в ней. И неестественно огромные початки. Но в корнях затаилась непостижимая болезнь. Думаю, моя встреча с драконом была неизбежна рано или поздно. Так, почему ты грустишь? Давай обнимать. Это так мило. Вот так, отлично. А где дядя? Ала-ба-ла-ба. Отбивные путь к моему сердцу. Понял. Ни о чем больше думать не хочет. Так, отправляемся. Сейчас заодно увидим, как это вообще происходит. Вот сюда. Смотри, он просто тэпает нас всех туда, да? Все, типа, мы там. Лоу, реально. Ха-ха. Давай. Калберту. Жмальберту. Там, по-моему, что-то приготовилось, нет? Уголь. Думал, можно с чем-то соединить? Нельзя, как оказалось.
Поплыли смотреть. Нужно будет с корабля всякого снять еще. Говнишка. Так, ну здорово. Давай, что можешь улучшить? Чертежный стол, который позволяет ставить мельницу, овчарню и сад. Ну, допустим. Шерстяная ткань, железный слиток. Так, мне нужно вот. Размер корабля мне нужен. Оп, 8 тысяч, 16 тысяч. Дрочливый нарвал, это гигантская лодка, вызывающая волны на бой. Так, и мне нужен ледокол. Для этого нужен железный слиток. Льняная ткань, но это ерунда. Вот цветок духа, где мне найти? Это хз. С удовольствием бы его взял, конечно же. Так, ну ладно, два улучшения мы сделали. Овчарня, сад, мельница. В овчарне овцы будут у нас храниться. Овцы. Так, хорошо. Неустрашимый дельфин. Сойдет. Теперь эта игра не отпускает, да, и хочется тусить, тупить. Так, подожди. Там было две пустых ракушки. Ну-ка, корабль подрос, да, сейчас посмотрим, как он. Ремонт. Вот это прям сюда. Ну, допустим. Короче, абсолютно все должно перемещаться теперь влево. Поставить сюда плавильню. Отлично. Ну вот так даже лучше будет, да? О, красота. Целый город прямо у нас теперь тут. Дай мне машки. Сегодня без анонса, в смысле? Анонс есть. Везде причем. Ой, лен-то готов. Овчарню, когда поставим, у нас пойдет шерсть, потом шерстяная ткань. Вообще сегодня что-то будет, да? Давай, ладно, пока вырастим кофе и семена кукурузы, а то заканчивается. ВК не видишь? Правильно, потому что ВК я забыл анонс.
Логично же. И на Ютубе забыл дать. Я скопировал про Мстителей, пусть люди заходят дальше в ожидании Мстителей. Поиграем еще часа два в Spiritfarer. Если что, скажем им, что обновление качается. Реально забыл, Ром, спасибо большое, что указал мне на это. О, смотри, она работает. Лёд, ты работаешь. Я впервые на это... А где результаты твоих трудов? Ты должна вот здесь отпускать. Алё, нахера ты до конца-то ведь... Ой, сука, ясно. Гадит мне там всю ткань. Здесь отцу надо бы стырить к себе, да? Здесь, кстати, дух еще какой-то, который мы не нашли, оказывается. Так, ладно. А как здесь вот сохранить и выйти? Окей. Ну что, хорошо поиграли Spiritfarer, мне понравилось. Дальше, как всегда, круче.